По прогнозам, в этом году состоится редкий и уникальный парад планет. Все планеты Солнечной системы – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, плюс карликовая планета Плутон – выстроятся на одной стороне звезды одновременно. Произойдет почти идеальное выравнивание. Угол отклонения будет довольно малым. Парад планет издавна считался дурным предзнаменованием, что может принести страшные беды на Землю. Судя по всему, древние народы Земли что-то знали об этом явлении, поэтому почти во всех религиозных текстах упоминается парад планет. Этот год и так достаточно уже утомил человечество уж слишком бурными событиями. Только сейчас специалисты, анализирующие древние тексты, поняли, что говорят в Дао. Насколько нам известно, такое астрономическое расположение планет вызовет истончение реальности, что позволит открыть портал в другие миры, и, судя по всему, такой портал будет открыт. По нашим расчетам, это будет то, что в религиозных текстах называется адом. На момент написания древних текстов, понимание таких фундаментальных законов природы, как материя пространства и времени, еще не существовало. Поэтому физико-теоретики трактуют под словом «ад» лишь теоретическую кротовую нору или другими словами червоточину. Червоточина является как бы дверью между двумя пространствами или даже измерениями. Ведь за счет теории гравитационной сингулярности она не поддается известным человечеству законам физики, никому не известно, куда она приведет и в какое время. Опираясь на нашу удачу и печальный 2020 год, телепортером могут воспользоваться отнюдь не во благо жителей Земли. Остается только надеяться на то, что это лишь теория сумасшедших ученых, которые, увы, бывают попадают прямо в яблочко.